Салют, друзья. Мы заглянули в... Что? Вот... Что это такое? Что это такое? Ай! Бежать! Я тебя вижу! Твою мать! Хочу. Какая-то гигантская хренатень! Смотришь на меня черными ярцами! Что с ней делать вообще? Это какой-то кошмар под названием... Стрелять, 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 стрелять! Не останавливаться! Бежать, бежать. Тупые куклы. Да. И ты что? Хочешь зайти на кухню? Давай. Сколько? А! Сколько? Да ладно. Что за жесть это сейчас была? А. Господи, никаких друзей на играх на эмоциях. Я охренел просто. Зашел, блин, в жилую секцию. Задача выполнена. Я не контролирую себя. 30 кусков. Жесть. Ну, мы с ним справились. Мы как-то успел я все-таки это сориентироваться. О, ну здесь можно было починить себе турельку. Зачем я? Стоп, не... А можно оставить? Блин, ну, взлом отстаюсь, ладно. Вау. А я не взломаю, скорее всего, слишком далеко. Хотя я тут близко теперь успею. Откуда эта тварюга здесь еще взялась? Спасибо, турелька, помогла. Так, вопрос. Там у нас внизу были хакнутые бойцы. Чуваку очень нехорошо. Можно как-то ему помочь, интересно, или нет? Я пока, конечно же, хочу... Может, там голода сдохнешь? Они охотятся на тебя. Они не остановятся. Что-то приближается. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Так, можно, интересно, как-то привести чувство чувака, который вот... того этого. Или нет, интересно. Давайте шарахнем его током сначала. Зачем вы подчинились? Не можете перечить голосу зверя? А ты придешь чувство или нет, интересно, если тебя без сознания? То есть его можно не убивать, по сути, да? Я думал, что когда я убью... Сканер заказов, нафиг, когда я убью... А что-то меня... Опа! Там на меня какая-то тварюга смотрит. Вот такая же, как я убивал в Дендрарии. Все присылаешь и присылаешь. Когда ты прекратишь? Хватит! Она их взяла, не могу думать из-за этих кукол-бомб. Точно. У нас нет патронов на нее. Чем нам ее убивать, скажете? На турельку привел еще, да. Ладно, успеем еще. Ох, друзья. Ну и начало. Да что со мной такое? Нет! Да, да, стой, 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 не умирай! Подожди! Фу. Так, а я тебя ж... Ты же без сознания, тебя должен сканировать. Видимо, пока у тебя нет мозговой активности, я не могу тебя сканировать. Хотя ты не умер, мозговая активность должна быть. Ладно. Так. Туда потом, потом туда. А вот ты не достанешь. Кто там, интересно, все это... Так, стоп, можно почему-то сначала взломать лифт, чтобы мы не... Каждый раз не бегали. Третий уровень, да, можно. Давайте пробовать. Отлично. Ну все, теперь можем спокойненько взлетать, правильно? Аж туда? Не-не-не, я думал, этаж ниже был. А, вот так, апартаменты директора. Комната Алекса. А. Так, все это сделаем по очереди. Сначала хочу разобраться с той тварью. Поставить турельку, выманить ее и постараться его убить.
Но перед этим неплохо было бы донести всех остальных тварей, которые тут жизни мешали, потому что без стрельки это тяжело будет, конечно, наверное. Осталось мало патронов. Здесь есть где-нибудь? Да, у нас нет фабрикатора. Точнее, может, он и есть. Возможно даже. Вероятнее всего, просто у нас нету на карте, его нет меча нигде. Так. Шо? У нас, кстати, материалов много с собой. Так, ну давай пока здесь. Нет, молчи. Нет, тебя нет. Тебя нет. Сканирование завершено. Контроль разума. Угу. Психошок. Взлом разума. О, люди выходят из-под контроля тифона. Чистороди этого я бы, конечно, вкачал. Доступен новый псионный навык. Гамбу, Нибли, бегите! Тут нет другой еды, кроме вас. Если мозги до сих пор ваши, хорошо. У других уже нет. Гуляйте в них, пока они далеко. Это куклы. Бомбы. Их хозяин близко. Убейте зверя или кукол, или всех. Но раньше, чем они убьют вас. Когда куклы кончатся, может, поговорим. Я сейчас не понял. Ты меня отпустишь? Обещай, что отпустишь. Помоги мне. Пусть это уходи. Скорее. Так, тварюшка там. Ну что ж, мы готовы? Мы готовы. Вашу мать, божью, а? Это за турельки пошлите. Так, сначала нужно шокером врубить вот этого товарища. Не успел. Черт. Хотел спасти. А, жалко. Так, активируем дверь. Ха-ха! Твои куклы сдохли! Теперь твое... Выпью. Подойдите к окну кухни. Я на вас гляну. Что, ребят, вы как-то придете в себя, нет? А почему труп? Почему труп? Я же их них. Что, я так напрягался ради того, чтобы они потом сдохли? А, без сознания. Я думал, придете в себя, честно говоря. Ну ладно. Жалко. Ну, хоть карма чистая. Я уж, честно, я подумал, что я молодец такой. Фу, окей. Так, шкок там теперь у нас выживший, вон он. Войдете, когда я впущу. А, он мне должен на меня посмотреть, как бы. О, доктор Морган Юкон, приятный сюрприз, наконец-то. Мне приготовить? Костюм. Что там написано? Ю? М-ю?
МЮ сами убили зверя. Если хотите зайти, укрыться, ступайте. Возьмите кое-что мое. Вот ключ. Он открывает мою комнату. Идите туда. Возьмите мою награду. Она мне нужна. Хорошо. Хорошо, сделаем. Тогда, может, поговорим. А я могу в качестве банана... А, закрылся уже. Ясно. Жалко. Так, найти награду Кока в его каюте. Так, желаю капсулу... О, там куча всяких квестов. А, слушайте, друзья. Так, наверх. Ну, давайте наверх заглянем пока. Я так надеялся, что эти бойцы встанут после того, как я их... как я убью. А здесь, типа, ничего нету. Но нет, не стали. Ладно. Так, женщинка, просто... Сколько у нас осталось патронов? 600 все. Блин. Так экономно. Не бойтесь мерцающего света. Это станции больно. Идите дальше. Так, комната Тордстейна, мы нашли его, получается, к нам код. Так, читаем. А, что эта штука дает? Запасные части. Мы читали его уже на компе. Чертеж гранаты. Емкость батареи фонарика. Спасибо. Нет. Все, то есть просто я, ну вот в принципе утилизирующая граната, это не так уж и плохо, мы можем, мы могли бы неплохо так подняться, если бы найти куда я, то есть начать бросать их активно, то белами не работают штуки. Отлично, понял задачу только что, хорошо. Сканирование завершено. О, данные тифонов. Почему мы только что открыли себе? Ой, неплохо так себе открыли только что. Новый псионный навык. Если бы все это качал, то было бы, конечно, для меня сейчас вообще прям замечательно. Так. Все упаковываем. Что у нас здесь? Тут кровяшка такая туда или отсюда, я не знаю. Давайте заглянем. А не тифон ли тут часом? Ого! Ну ладно. Чертеж антирада. Что, в принципе, окей. Все, больше вроде бы ничего нету. Хорошо. Нет пропуска. А здесь что? Эбби. Ну еще бы. Давайте активируем свою заменение и пошли ломать щит. Нету места. Шон. Почему нету места? Да, вообще нету места. Надо все утилизировать срочно, причем. Сколько у нас нейромодов? 8. Хочу 4 уровня хакинг. Прям очень. Все остальное потом. Костюмчик стоит 6. Тоже можно себе будет организовать, конечно же. Слушаем. Что ты делаешь?
Ты это записываешь? Связанные транскрипторы — это круто. Ничего подобного. Это как дневник. Вы оба сохраняете моменты, которые важны для вас. Не знаю, что это выбрасываем пока. Я запомню, где их выбросили. Надеюсь, запомним, конечно. Запись беседы. Смотрим, что это такое. Нет, это звучит серьезно, и я решила выключить транскриптор. Если вы спрашиваете, можно ли записывать нашу игру на транскриптор. Да, я знаю про использование ресурсов в личных... Как вы втянули меня в этот разговор? Ой, мне так жаль. Меня могут уволить просто потому, что я вас слушаю. Что? Что? Ой. Именно. Что, если мы поужинаем вместе? Что? Вы все время говорите «что» вместо «да». Да. Ну вот мы все и уладили. Про транскрипторы не беспокойтесь, это не запрещено. Ну что, вы пригласите меня играть или нет? Хм. Окей. Очень странный сейчас диалог был, честно говоря, прям совсем. Дорогие будущие мы. О. Сегодня будущие мы. Мы не будем себя так называть. Сегодня мне удалось убедить мою прекрасную, но упрямую подругу. Прямую? Остаться в постели и не работать сверхурочно. И вот что я за это получила. Отлично. Еще нужно больше голосов. Больше голосов. Угу. В капсуле где-то там, хорошо. В кинозале, хорошо. Вынуть голову из задницы. Так. Найти карту Даниэлы. Лист персонажа. А вот чего они такие все упоротые в квесты и прочее. Кстати, это уже второй лист персонажа, который мы находим. Господи, картоями би... Так фига ж всего, как нужно найти-то, а? Ну ладно, идем где-нибудь, я думаю. Офигеть. Карта Хардинблафа. Где мне все это... Где? Как я это все вам достану-то, скажите мне, пожалуйста, а? Эбигейл. А как то попасть к Эбигейл? Кальвина. Тоже не сюда. Туалет. Корт от спортзала. Хорошо, пригодится. Мыло и какая-то хреновинка. Нет. Ладно. Инъектор. Ну, почему бы и не собрать, если уж так. Слушайте, нам нужен утилизатор. Прямо срочно-срочно нужен утилизатор, друзья, иначе... Стоп, а что происходит? Кто у нас... Где-то здесь есть этот... призрак, который какого-то там, фантом. Где ты, мелкая дрянь? Вон она. Код. Код. Чей код? Чей это? Андре. Угу. А, нет, это к Андре обращение. А код... Ну, найдем, я думаю, еще куда нам нужно тут зафигачить. Слушайте, сколько всякой жести здесь... А, нет места. Вообще нету места.
Офицер Фолс. Мали. У меня важная просьба. Деликатного толка. Хочу спросить, можно ли поручить вам наблюдение? Да, сэр, конечно. Но я не могу выполнить просьбу такого рода без указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора. Малия, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гальегос. Куда она ходит? Распорядок дня. Посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Хорошо. Отправьте мне отчет в конце недели. Да, сэр. Понятно. Решила проведать вас, Скай. Это просто похмелье от нейромода. У меня странное чувство. Даже не верится, что вы поставили мод ради шоу в тюльпане. Вы шутите? Я всегда хотела на чем-нибудь играть, но у меня не было времени. Это словно я вижу ноты в голове. Словно я занималась этим 7 лет. Кстати, вы же будете на сцене со мной? Только чтобы поймать вас, если вы грохнетесь в обморок. При условии, что вы не позволите мне дать в морду Алексу. Еще голос собрали, хорошо. Так. Троэтажевая секция. Поехали. 60% нужно гораздо больше. Нам нужно больше. Так, записочка. Кори, так, нам этих больше не нужно штучек. Вроде бы все. Слушайте, а можно туда забраться? Как они, туда попадают? О, как. Угу. Гранатовый самогон. Нет, сюда может быть. О, Розалин Свифт. Ну, ничего не дал ровным счетом совсем, но окей, пускай будет, как говорится. Так, значит, здесь мы посмотрели. Здесь у нас есть такой же второй этаж. Патроны некуда здесь, вы что, охренели, что ли? Ага, совсем, кстати, некуда эти патроны. Давайте уберем тогда бумагу, сколько. А то совсем не круто получается. Да, туда можно забраться. И нужно это сделать, я думаю, по-любому. Миска супа. Джойстик. Джойстик. Странный джойстик. Ай-ай-ай. Неудобно, но да ладно. Мне стало любопытно. А вы готовы получить инструкции, леди? Надеюсь, у нас не будет неприятностей. По крайней мере, больших. Сначала отправляйся к дереву, на котором мы вырезали инициалы. А если я наткнусь на Джулиана Говарда? Беги. Великан Джулиан не любит, когда трогают его деревья и его плоды. Ха, он не был таким хмурым. В общем, под камнем ты найдешь волшебный ключ. Ключ поможет получить все, о чем ты мечтаешь. Ну, для этого мне ключ не нужен. И не волнуйся о работе. Екатерина сказала, что в честь дня рождения ты можешь взять дополнительную смену. Да господи, сколько же этих заданий-то, я как бы не против, но просто... Найти дерево с вырезанными на нем инициалами влюбленных. Что? Как? Где? Офигеть. Крюкабинос, еще пачка крюкабинос. Так, у нас... Заткнись. Так, там есть определенный... Народец. Thank you.
Черт. А можно как-нибудь вырубить его хозяина, пока не наделав адского шума здесь? Ну так, чтобы... Надо. Я не хочу этого делать. Я не буду. Что-то случайно активировал. То, что пока активировать не надо было бы, я думаю. Ждем, пока он не откадышится. И сидим так. Сколько там этих копий его? Ой-ой-ой, слушайте, прям вагон и маленькая тележка. Тогда ты меня отпустишь? Обещай, что отпустишь. Так просто не врубишь его? Надо приводить сюда турельку, я думаю, перед тем, как двигаться дальше. Турелька у нас была где? Турелька у нас была там. Далеко, но надо. Я думаю, что стоит она того. Вот, здесь у нас стрела. Хорошо. Оп, принесли. Я могу швырнуть? Интересно, вот просто... Не, не хочу разбить, ладно. Как же здесь много побов, действий можно, побочек просто... Ну, как, куда ни сунься, везде какой-то экшон, что-то происходит, нужно чем-то разбираться, это круто. Блин. Уйдешь ты, может быть, а? Пинуа. Ну, уйди. Уйди, я тебя прошу. Черт! Можно себя вымыть как-то здесь, что ли, я не знаю. Нет, молчи. Нет. Нет. Так. Оливер, точнее, Левье, блин, салат. Я не контролирую себя. Ушел. Ничего. Видишь, тут никого нет. Какая-то штука. Тихо, шары. Готов, сволочь. Так, Оливье, ты там как? Оливер, точнее. А, ты просто вырубился, получается. А, то есть можно вас... Блин, жалко, конечно, что они все вырубаются, и как бы никто не спрашивает, хочу ли я того или нет. То есть не могу их привести в чувство, чтобы со мной поболтали. Жалко, очень жалко. Вот опять вырубился тоже чувак. Без сознания. Привести чувства их уже, я так понимаю, нет, уже никак. Шкафчиков здесь много, на самом деле, вещей, но толку не от них. Что можно выбросить? Давайте посмотрим. Можно выбросить кусок сигары. Курок. Так, давайте посмотрим, что еще патроны. Да, влезет. Банан тоже влазит. Нет, это не влазит. Как раз таки не влазит. Влазит, пистолет нет. Хорошо.
Где шкафы? Ремонтный этот, ремонтный этот. Я там на разбираю, как только смогу добраться. Много всего, много. Надо заутать тех товарищей, которые мы там положили в этом. Я даже думал, что у чувака будет как бы доступ к комнате Алекса, но там код всякий может быть какой, нет. Ничего, видимо, нету, ничего такого. Немножко жура, хорошо. Больше здесь ничего нету, да? Транстар. Это не разбивается. Окей. Больше ничего тоже. Ну и хорошо, ну и ладушки. Фитнес-центр. Нет, мне сейчас нужно бежать в следующие каюты. Каюты вот, вот сюда. Сколько у нас сейчас нейромодов в запасе? Ноль. Вообще ноль. Потрясающе. Зато хакинг 4 уровня. Нет пропуска. Нет пропуска. Есть пропуск. Каюта. Киллстаб. Нет. Что же творил-то такое? Давайте почитаем. Скролл проскролить. Угу. Ничего особенного. А какого черта мы сюда заглянули? Что, ну же, не может же быть совсем просто так? Телефонов только если вышло ничего. Ну окей, коли так. Ай, 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 случай возможно. Че хорошо? Так, стоп, нет. Пушка сначала на 3, стоит на 4. Охренеть, какая мерзкая, вредная тварюга. Все готово. Вот так. Заел несколько патронов даже у меня, сволочь. Так, здесь мы видели. Она у нас тут что? Мы можем прокатиться вот сюда. Давайте прокатимся, посмотрим, что там. Выбрасываю, например, вот эту, эту штучку. Она очень прикольная для... превращение в сенсоры кто-то хотел установить, видимо, чтобы так спокойненько через двери не могли проходить тифоны, может быть, я не знаю. Нейрон горизонт мы читали. Так, за железным завесом. По-моему, что это другой тревог, или мы читали тоже. И здесь ничего больше? Эй-эй-эй. А, блин, зачем? Я съел эту грушу, мне же нужно еще обратно. Вот, я превращусь в грушку тогда. Да. Взламываем. А, блин, сюда не так легко и да это. Четыре секунды, три секунды, две секунды, одна секунда. Успел.
пси-инъектор. Ну, это у нас было. Ничего нового. Так, дальше встреча с Густавом. Ага. Ничего особенного, по-моему. Ничего особенного. Хорошо. О, еще реактиватор какой-то есть. Что это такое? О, вот это вот надо. Так. Кинетический взрыв. Нет, не нужен. Тогда давайте уберем вот это вот. И лучше поставим вот это. Это еще пригодится в бою особенно. Статуя из латунного камня. Можно ли допустить гранатку? Просто интересно посмотреть, что из этого латунного камня получится. Давайте еще доску захренячим. Мужской опять. Это и женский, и мужской, правильно? Потому что нет разделения вроде бы как. Опа! Они хотят. Где-то здесь есть... Хреновина фантомная. Где ты делся? Ну, какие фантомный мудак, а? Пародию на Крик смотрели, там был Полтергей. Разобрались. Дальше. Чинимся. Едим это добро. Пустая консервная банка. Только с ним металл ее разобрать. По-другому никак. Отпереть. Это у нас Митчелл. Звук такой, знаете, напряженный был. А, вот и для повара. Угу. Сломаем компьютер, почиваем на нем немножечко больше. Я лучше, пожалуй, по кругу пойду. Так все-таки проще, чем. Так, апартаменты директора, новый код. Серьезно? Как мы хорошо. То есть могли бы не взламывать. Точнее. Угу. Эмоциомодификатор. Отрегулировал речевой модуль оператора. Они такие мрачные. Вы знаете, сколько протоколов безопасности вы нарушили? Ну, Морган говорит, что все нормально. Даже помогает. Я оператор с Камрана, мисс Шоу. Боже, по-моему, вам просто необходим пузик из бананов рассвет. Сковорода — это личный разговор. Простите, шеф, я уже выметаюсь. Оператор Сковорода. Так, 70% у нас найдено данных. И давайте занесем полную награду. Вы еще живы?
Что, если Мью вернется? Впустите Мью. Но... Уже вернулись? Нашли? Идите к окну. Покажите. Ну, давай. Вы что-то нашли? Придется вас впустить. Обещал. Обойдите. Боковой вход. Погодите. Минуточку. Ну? Здесь безопасно. Звери не могут войти. Но... Посмотри. У нас есть еда, но нет воды. Этот регулятор давления сломан. Автоматика не включится, пока не починим. Запасную деталь можно найти в теплице, вроде. С водой мы дождемся спасателей. Без воды? Помогите! И я пущу вас в морозилку. Здесь я прятал кукол, которых прислал зверь. Может, у них есть нужные вам вещи? А? Ну, насчет морозилки, чувак, ты, конечно, это погорячился. Мы давай-ка сами сможем попасть. Хотя... секунд для взлома. Нифига вы так, друзья. Ай. Ай, чёрт, сын. Без проблем. Нет, нет. Я не хочу драться. Закройте дверь. Только она отделяет нас от зверей. Это какие, простите, зверей? Эбби, я все еще в хранилище данных. Не знаю, почему ты не отвечаешь. Надеюсь, ты в безопасности. Если все станет плохо, я отстрелю модуль с данными и пойду по обшивке. Приходи в фитнес-центр и постучи в окно у бассейна. Я почувствую вибрацию. И Эбби, не рискуй, ладно? Я... Береги себя. Ага. То есть, а как так получилось, что здесь труп лежит-то? Почему? Что мне Кок-то сказал такого? Ого, это что у нас? Калующий мед, который там просто капил. Слушай. А, тела у него не... Утилизируют. Ясно, хорошо. Ну, окей, друзья. Тогда смотрим, что у нас здесь. Нейромод. Угри-угри. Наги. Урон дробовика. Черт, а как нам увеличить это вот количество, что нам нужно для улучшения самого? Так, давайте посмотрим. Инженер. Нет, это вряд ли в инженерии. В охраннике тоже нет. Телепатия тоже, наверное, нет. Как нам увеличить количество имплантов? Может, в ученом? А, вот они, да. Энергия повышается. И сюда. Позволяет это два дополнительных чипа. Стихоскоп. Блин, а тут такие чипы полезные, на самом деле. Идентический, например, при стрельбе из дробовика. Вот полезная штука, да? Да, надо было бы. Ну давайте, еще один день найдем себе там, уж если на то пошло. Колучий мед. Служебный отсек. Кок мерзкий тип, чуть не захотел мне помогать на самом деле. А все можно было пройти, получается, и так, хитрым способом каким-то, да? А, ага. То есть не взламывая. Вон он как. Запомнитесь, кто соберется. Очень интересно. То есть самый легкий способ, не имея четырех.
Кто-то кого-то там ножами пытался истыкать. Не имея 4 уровня, все равно можно взойти. А здесь что написано? Готовить свиную капусту. Кто-то кому-то это очень не понравилось. Много, много всякого добрица. Чего уж нету? То есть кровяшина в пустом месте здесь образовалась. Так а что он? Кроме того, клоучмета, по сути, ничего особенного и не выдал. Это у нас кто? Оператор сковорода к вашим услугам. Надеюсь, мои блюда мистеру Персу хватит. Он, наверное, жутко голоден. Хорошо. Так, Нейрамо, требуется нам... Ноль. Я бы сделал, конечно. О, набор для ремонта мы можем делать сколько захотим. На скорость 16, но мы можем. Гранта требует 2. Нет, очень невыгодно, конечно. Все, везде требуется, черт подери. У нас лучшая тихоокеанская говядина. Только что снятая с пластиковой решетки. А настоящей не отличить. Я не знаю. Прошу вас, я безопасен. А я не должен с тобой сражаться? Уилл, может быть ты... Уилл. Стеричка, да иди ты отсюда. Ладно, пускай бегает. Мне он вообще никакого образа не представляет. Так, теперь мы идем к директору. Обещали и идем. Сканирование завершено. Доступен новый сегодня навык. Что-то не хочется заходить, честно говоря. Морган и Ю. Это моя комнатка. Настоящая комнатка, судя по всему, все-таки, да? О парадоксе Ферми. Ага, да. Почему нету нигде инопланетной жизни? Почему у нас... Есть нейромод, еще 2 штуки. Замечательно. Чертеж нейромод, еще один. Так, пароль у нас есть. Аудио Октябрь. Кальвина, коллега, не замечает ничего странного. Эдетическая память, погружен в работу. Идеальное здоровье, без больничных. Новая запись. Шоу, Даниэла. Директор IT-отдела. Не любит тебя. Еще больше не любит Алекса. Надо узнать, почему. Памятка. Исследовать. Повар Митчелл и взлом эмоций операторов. Ага. Сара Элазар. Глава службы безопасности. Не друг. Знает про тифонов. Не знает об опытах. Подозревает. Ей доверять можно, но она не любит. Так, вот так упаковали все. И тебе. Пока. Парапраксия. Поражение нервов. Не дает использовать нейромоды. Агрессивная химиотерапия предотвращает дегенерацию. Делает кандидатов непригодными для назначения на Талос-1. Ну. Это что еще за чипчик такой? Чипчик. Ага, сопротивляемся к страху. Я что-то до сих пор не писаю, что такое страх, что типа молоко крана темнеет. Я до сих пор вот как такового вроде бы жить не мешал, этот страх, так что не вижу проблем особой. Russian Pancakes опять. Хорошо, друзья, дальше. На сегодня серия будет длинная, определенно. Служим записка. А, насчет продаж нейромодов. Окей, ничего супер нового. Так, дело не развивается.
Еще нейроны. Сколько мне уже штук надавали только что? 6. Можно улучшить костюм, можно улучшить вот эту штуку. Я ж не знаю, может костюм улучшить. Больше таскать сможем, потом улучшим уже остальное. Давайте. Отлично. Так, сложности с Льюшиной. Так, отойди. Угу, на процессор. О! Так, что там девчонка Тилюшина замутила? Полезно. Ага. Интересно, что ж там Илюшин это замутил? Кстати, я думал, что мы у Алекса найдем что-то такое, блин, фантастически важное, а тут что-то как-то и нет. А, у нас нету... Нету, блин, черт побери, этих патронов для дробовика. Серьезно? Тогда я посмотрю, что у нас тут утрамбовалось бы. Снижение. Полный фарш, как говорится. Так, а что? Неужели надо здесь обстановить комнатку как следует основательно? Потому что... Полищит. Что такое полищит? Holy shit. Защита физического урона. Да, я хочу это, пожалуй. Ну, в принципе, оптинатор подари фонарика, нафиг не сплю сейчас. Даже ставить не будем пока. Опа. Найти ключ. Нашли ключ. Чисто на рандом. Бежать со станции Талос 1. Прям уже? О, нет, мы сначала все сделаем, потом уже будем думать в сторону бежать с капсулы. Так. Задачи. В ее каюте в капсуле Sky. Серьезно? Это мне так прям показали на карте? Окей. Надеюсь, я ничего не пропустил, кстати. У нас тут вроде бы подушки не поднимаются. Хорошо, друзья. Так, ну что? Давайте-ка двинем немножечко... Тут нет. Черт, черт. Давайте глянем... Ага. Не тот этаж. Как попасть на второй? Вот, второй уровень попадать можно где? Где-то подъем должен быть, наверное, на ступеньке. Черт узнает, кухня. Здесь у нас только фабрикатор. А мне нужен утилизатор. Черт подери, очень сильно нужен утилизатор. Уже давно. Знаете, вот он, здесь, наверное, подъем будет. Возможно. Так, что это у нас такое? Набор для улучшения оружия. Лемы. Так, хорошо, смотрим, что у нас здесь. Функции.
О, загрузить карту сектора. Отлично. Прям сразу надо было бы это сделать. Дендрарий туда. Медицинский отсек, кухня. Чё, здесь нету фабрикатора вообще нигде? Ну, о, вот есть он. Вот, утилизатор, точнее, на второй этаж. Подъем у нас вот тут. А вот тут это вот тут. Сюда и вверх. Хорошо, сейчас сделаем тогда. Поняли, куда нам нужно идти. Я подготовил контейнер. Все это очень странно, Квинтон. Знаю, но если мы... не хочу знать. Я делаю тебе одолжение, вот и все. Контейнер 3232. Он на другой стороне грузового отсека Б, рядом с техническим туннелем. Когда я руководил Институтом космоса, меня никто не просил прятать еду в грузовом контейнере. Поаккуратнее с угрём, ладно? Ха, так а что еще только что на... за квестик? Батюшки, сколько всего. Ну ладно. Так, письма. Вторжение. Какой-то спортзал. Хорошо. Так, ну сотрудники мне не нужны. Это как бы не квесты, казалось. Это все-таки просто больше подсказки скорее. Ну окей. Начинаем сейчас сюда. Блин. А, это ты психован. Что? Нет! Да ладно, беги. Может, ты мне. Мики взять. Что происходит? Фантом? Фантом, да. Раньше я мечтал о том, чтобы мы не были одни во вселенной. Где ты, мелкая погонь? Полтергейст грёбаный, покажись. Готов. Ух, нормально. Много печенек. Все, слабенько, бесполезно херню заниматься. Перезаряжаемся пока, друзья. Косячок маленький. Упрыгал. Куда? Где ты? Вот ты. Мерзкая пугань. Шустрая же. Так, хорошо, мы наверху, и у нас еще сюда и вот туда. Отлично, давайте пойдем. Посмотрим. Туилька. Туилька нужно починить обязательно. А можно было просто подняться, получается, да? Раз и крючок. А, то есть там можно было бы подняться просто в сбоку. Ну и хорошо. Я не знаю, что там спускаться. Так. Разбираем все, наконец-то. Господи, сколько же мы тут должны. О, спихнули. Фью, просто. Фью. Так. 8 материалов. Хорошо.
Гравилифт изменился. Батареи для ошеломителя пригодятся. Так, нам бы найти способ перегонять одни материалы в другие. Было бы, конечно, очень круто на самом деле. Но, к сожалению, мы этого не можем делать. Правильно я понимаю? То есть мы не можем дофигачить сюда. А, ну то есть мы получим столько же, да? А что если мы, например, возьмем часть? Писали в комментариях, что можно... Так, суммарно у нас 39,86. Мы теперь делим их на части. И закидываем то и другое сюда. Ай-яй-яй, тише. Не, все, 39,86, все правильно. То есть больше не получим. Можно определенное количество этой штуки. Да. Ну окей, коли так. Чего же нету часа? Почему-то. Остатки угрей. Это мусор или нет? Да, это мусор. Давайте посмотрим, что нам нужно утилизировать, что у нас лишнее. У нас лишних, вот, 15 этих можно сделать. Хотя ремонтные комплекты еще пригодятся, жалко. Уль-глушитель тоже так себе. Может быть, когда пригодится. Это что такое? Это для калучемета штука. Кстати, нам нужно схватиться за калучеметом сейчас, друзья. Обязательно. Ну, поехали за ним сбегаем, коли так. Психопат с нами не дружит. Мир, не трогайте меня! Убить его. Так. Во. Первый раз. Я там где-то попустил в начале. Калучемет выстреливает концентрированным потоком нестабильных частиц, которые вызывают детонацию цели. Как это работает, интересно. Так, давайте-ка так. Значит, это мы поставим на 0,9, а калучемет на 6. Да. Так и сделаем. Гранаты на 7, да, это на 8, все правильно. Угу. Все, сейчас этого добра 400 патронов. Ну, попробуем. Кстати, можно было бы лучше сейчас. Давайте лучше. У нас здесь целых куча 9 целых. Ага, так уж просто. Нужно... Да. Полаборант нужен нам. Улучшение скорости призывки не актуально. В это время стрельбы... Актуально, в принципе. Так, дальше. Смотрим, что у нас по нейромодам, друзья. 3. Вот это я хотел прокачать. Секундочку. Не, лаборант это у нас чего? Лаборант это у нас инженер, да? Да. 4 требуется еще. Блин, недешево, недешево. А ничего не поделать. Хорошо. Сюда. Теперь мы можем сделать больше чипа психотрона. Этого вставить. Два дополнительных тратика из моего лобовика. Ага. Угу. Все. Вот так. Упаковались вроде бы. Посмотрим, как эта штука действует. Надеюсь, что... Хорошо, так, куда нам там... А что такое сломанный регулятор? Ага. Вот это регулятор... Регулятор напора воды, который нам... Нужен был зачем-то по квесту, по-моему, если не ошибаюсь. Второй уже, кстати. Двинули. Нам нужно второй этаж весь зачистить.
что-то. Опять этот боец. Прошу вас, я безопасен. Да не трогаю я тебя, что ты истеришь-то, чудо в перьях. Запрос нового оператора. Добро пожаловать. Чем я могу помочь? 490 готов. Не заденьте проем. Да-да, конечно, конечно. Ходячая похилка у нас здесь есть уже. И серия уходит далеко за час. Хорошо, пускай уходит. А здесь мы, собственно, заходили. Здесь есть у нас утилизатор всего живого. Отлично, ключ разбираем его. Так, дальше. Сейчас бы вот еще не были, нужно быть аккуратнее с этим делом. Ну, может быть, стоило бы в фабрикаторе себе запилить патронов на самом деле, потому что я их бью сейчас гол как сокол. Возможно, и стоило бы, конечно. Сахавали сразу же. Опа! Готов. Так. О, включили свет. Да будет свет. Выше меня, блин. Так, где-то здесь должна быть запись. Где? Всем привет! Мы совершили невероятный прорыв. 12 часов назад мы создали 8000-й нейромод. 8000 нейромодов, позволяющих делиться навыками и умениями, повышающих качество жизни. Примите мои поздравления. Только благодаря вам это стало возможным. Я также поздравляю моего дорогого брата Моргана, который отправился на Землю, чтобы проконсультировать правление Транстар. Итак, за Транстар, нейромоды и наше будущее. Но что хорошего в успехе, который нельзя разделить? Представляю группу наших коллег, у которых до вчерашнего дня не было музыкального дара, кроме директора шоу, которая, как мне сказали, чудесно поет. Скай, Даниэла, дамы, можете приступать. Follow when do you leave the flow.
Отлично, установили только что. Теперь можно синтезировать голос Даниэлы. Этого хватит, чтобы обмануть замок. Отлично. Кроме того, я постарался проанализировать сигнатуры психических полей. У людей сигнал едва различим, а тифоны дают сравнительно мощный всплеск. Но данные коралла странные. Я не понимаю, что они означают. Чем скорее мы добудем ключ-активатор, тем лучше. Хорошо, немножечко здесь заутались, девчонки. Разбираем все наши ненужные нам шматяшки. Комплектовываем, шон. Здесь где-то еще был один тифон, друзья, который сразу выскочил и свалил. Мы эти не съедим, так хотя бы разберем. Не выкидывать же добро, правильно? А еда за тифоном. Это что тут должен быть, правильно? Правильно. Это вот этот супер-мега-страх откинулся здесь. Кинозал. Зал. Так, ну что, друзья, давайте-ка на этом будем заканчивать серию. Исследование мы уже будем до конца потом. Квест мы сделали, голову сканировали. Она была офигенная. Как мы здесь забодались с этим кошмаром вот в самом начале. Это было обалдеть просто. Ну что ж, надеюсь, Prey вам все еще заходит. Я в любом случае от него тащусь. Если вы тоже вместе со мной, друзья, поднимайте большие пальцы, посмотрите, где здесь я чего пропустить такого уж ключевого. Если что-нибудь очень важное, то вы мне, пожалуйста, об этом напишите. Ну, чтобы я хотя бы узнал, если не вернулся, возможно, я к тому времени уже запишу что-нибудь следующее для вас. Вот, то хотя бы понял, где был косячок. На этом все, мы чертовски скоро услышимся. Всем пока.